Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Стефан Абель Синдин, норвежско-датский скульптор, родился 4 августа 1846 года в Трондхьеме в семье горного инженера. Был братом композитора Кристиана Синдинга и художника Отто Людвига Синдинга. Начал изучать юриспруденцию в Христиане, но бросил учебу, чтобы вместо этого заняться карьерой в искусстве. Брал уроки рисования и лепки сначала в Королевской школе рисования в Христиане, а затем учился частным образом у скульптора Альберта Вольфа в Берлине. Работал в различных местах, в основном в Риме, Копенгагене и Париже. С 1874 по 1875 год учился в Париже и воспринял влияние новейших реалистических тенденций по французской скульптуре, особенно Огюста Родена и Поля Дюбуа. Получил слабое признание норвежской публики, поскольку его стиль считался слишком современным. В 1883 году переехал в Копенгаген, создал скульптуру, изображающую женщину-варвар, несущую своего мертвого сына домой с поля битвы, созданную во время пребывания в Риме в том же году. Эта работа была приобретена пивоваром Карлом Якобсеном, сыном и наследником основателя Карлсберга, который был большим поклонником как классической, так и современной скульптуры и собирал постоянно растущую частную коллекцию. Синдин создал ряд скульптур «Мать в неволе», две фигуры, молодая жена у тела своего мужа. Работа «Мать в неволе» принесла ему гран-при на Всемирной выставке в 1889 году. Многие скульптуры Синдинга относятся к реализму, но вместе с датским скульптором Нильсом Хансеном Якобсеном, среди прочих, многие считают гораздо более выполненным в стиле символизм. Синдинг стал титулованным профессором и преподавал частным студентам в Копенгагене. В 1885 году женился на актрисе Анне Эльге Августе Петчонич. В 1910 году переехал в Париж, где работал до самой своей смерти. Умер в январе 1922 года в Париже, был похоронен на кладбище Перлашес. Вот так вкратце из переводной Википедии о норвежско-датском скульпторе Стефан Абель Синдинг. Пока-пока, до свидания.